Ответвление грузинского этноса мигрелы издревле жили на территории Абхазии. Это неоспоримый факт, и с ним даже согласились абхазские власти, в свое время выдавшие этой народности паспорта. Вот и мигрел Мурман появился на свет в 1956 в абхазском городе Гали. В то время официально это все еще была территория Грузии. Как и многие его ровесники, стал заниматься противоправной деятельностью. В 1976 был принят в воровскую семью. На тот момент Мурману было 20 лет. В том же 76-м его приговорили к 2 годам за хулиганство и сопротивление при аресте. Через 3 года внезапно, из-за собственной несдержанности, он потерял воровскую корону. Это случилось в 81-м. На праздновании дня рождения другого авторитета он повздорил с бывшим вором в законе Атари Антия. Тот дерзко ответил Мурману, а в ответ получил смертельный удар ножом. За такое его не простили и раскороновали. Особое рвение в этом проявил старший брат убитого, действующий вор в законе Анзор Антия. В том же году за убийство суд отправил Лиманджаву на 8 лет в тюрьму. Это было самое непростое время в его жизни. Он был раскоронованным вором, и все на зоне знали, по какой причине. Его избивали, тушили об него сигареты, издевались над ним. Но все испытания Мурман встретил с достоинством. А когда его перевели в Красную зону в Хабаровске, он сумел установить там воровские порядки и сделать ее черной. За этот поступок его крестные отцы сумели восстановить Лиманджаву в статусе. После освобождения Мурман осел в абхазском Сухуме. Он стал влиятельным законником, принимал участие в коронациях и других воровских мероприятиях. В нулевые, благодаря инициативе президента Абхазии, официально получил гражданство и паспорт, как мигрел, рожденный в Гали. С того момента Мурман стал легально пребывать в этой стране, после чего о нем мало что было слышно. Известно, что он по-прежнему занимается криминальной деятельностью, но с законом проблем пока не имеет. Только в 2015-м его задерживали за дачу взятки в размере 60 тысяч. 2 месяца он провел в СИЗО, и по всей видимости эта история ничем серьезным для него не закончилась.